Так, ребят, я тут немножко отдохнул, попил чайку, и сейчас буду вот этот кусок. Здесь где-то соток, ну, я знаю, соток 5. Вот эти соточек 5 выкашу. Сначала я так сниму, ну, без ускорения, чтобы просто посмотрели, как идет работа, да, так сказать. А потом ускорюсь, поработаю. Но я не буду быстро специально принудительно косить, потому что это обкатка. Надо ее аккуратненько беречь. Вот, и вперед, вперед. А впечатление расскажу. А там за этим помещением есть еще ни разу не кошенная в этом сезоне трава. Так, вот, а там трава. Завтра я туда приду с ножом. Вот, и ножом там выкашу. Это будет второе испытание. Сейчас идем лесочкой. По невысокой траве. Так, потому что по высокой траве леской это тоже издевательство над инструментом. А тут невысокая. Вот как раз на обкаточку. Все, иду.
ну что-то такое. Коса новенькая, я, как видите, ни разу не останавливался, чтобы ее специально завести. Старался не быстро прям лететь, вот, но и слишком медленно не получалось, потому что, ну, тянет, нормально шпарит и все. Обкатка, ну, напоминаю себе, что слишком не надо быстро. Ну, как бы не выкидывай слишком длинную леску, и все нормально. Теперь смотрим, нет ли перегрева, так? Если перегрев, а я ни разу не ставил там, что, знаете, как советуют, по 15 минут охлаждать, по 20 каждый час. Не ставил, пробуем. Если на горячую вот так заводится, значит перегрева там ноль, так? Ну, в общем, коса, как я и говорил, так, действительно хорошего качества, действительно из лучших китайцев. Здесь видно все, и по движку, движок, знаете, с прокладками. А у самых дешевых китайцев просто на герметике, и по еще часто паршивым таком вылезшим. Ну, короче, видите, сколько я откосил? Не особо медленно, я на вот. Это ж красота. Ну и бензина ушло где-то 1,09 где-то литра, вот так. Здесь я не знаю, 5 соток. В общем, вполне себе нормально. Значит, здесь я, тут есть у меня еще два газона, то я уже их не буду снимать, завтра, послезавтра буду косить. Вот, а там сзади есть высоченная трава. Меня сегодня еще просили не скашивать, там крапиву хотят нарвать. Вот, ну тем более, то там я уже с ножом, вот, завтра, послезавтра попробую уже с ножом, там вот такая травища. Вот, ни разу в этом году не кошеная. Вот там сниму второе видео, как она себя покажет в тех условиях. Тоже я ее не буду прям насиловать, вот, но условия уже совсем другие. Ну, здесь видите как. В общем, короче, очень хороший зверек по мере сборки, осмотра. И ты понимаешь, что в нем прям реально много всяких полезных мелочей. Ссылочку под видео дам. На уровне она идет где-то примерно Ижмаш. Ижмаш профи, кто знает такую линейку, тоже. И не таких уж дорогих, но очень хороших китайцев. Вот такое. Вот такая вот коса спец. Не знали? Будете знать. Ладненько, до следующих видео. Всем пока.